Высоко-высоко поднимаем ручки и показываем, мы сильные. Давайте еще раз сделаем и... Иди, достань. Любую бумажку. Смешарики, действительно. Ну, я думаю, те, кто знает фильмы, точно скажут, что это что-то по мотиву фильма «Безумный Макс». Послушайте, действительно, это... Но мне кажется, к этому чудесному средству не хватает номера, потому что, мне кажется, это уже полноценное транспортное средство. Можно ездить по городу. Права есть у вас на это дело? Ну, я вижу. Прекрасно. Я думаю, что надо позвать кого-то, представителей ГИБДД, которые у нас сегодня тоже здесь. Да? Да. Итак, дорогие друзья, Андрей Хаджиев, ведущий рубрики «Игры разума» в Рязанских ведомостях, руководитель двор лиги шахмат. Обычно кто-то засыпает в коляску. Бывает. Ну а что делать? А. Вот так же интересно было смотреть 6 лет назад, как вот так же детишки засыпали, я помню, бедные. А сейчас уже вот бегают вовсю, принимают участие. Так что он пока не знает, этот малыш, но он наверняка ощущает, что все позитивно, весело. Самое главное, рядом мама, папа и сестренка, и все будет замечательно. И мы также аплодируем, дорогие друзья, семье Масловых. Задает вопрос, что это за праздник, что это за конкурс, что так много людей. Мы их будем исправлять, то есть тут видно, что сломалось, но достаточно крепким получился и легким, то есть он все весит килограмм с лишним, при этом каждый мотор поднимает по килограмму. То есть еще что может все закрепить, мы думаем, может камеру. Да, наконец-то нам в лагерь летом. Здесь сколько лет? 6. Вот смотри, можешь к нам в следующем году приходить вот это про лагерь. У нас будет летом лагерь, можешь попробовать твое, это не твое. Мне кажется, мы тебя примем обязательно. Даже в 6. Вот у нас есть листовка с... Ваше внимание на сцену.
Опа! Никакой свет светофор можно приходить, когда человек человеку пешеходный. Зеленый, а на красный можно приходить? Точно? А когда мы в машину садимся, что мы первым делом с тобой делаем? Правильно.